Бондибон представляет настольную развивающую игру «Объемная задача». Игра предназначена для детей от 5 лет и старше. «Объемная задача» – развивающая игра серии «Бондилогика» для одного или двух игроков от 5 лет. Вставьте карту в разъем игрового поля и начинайте выполнять задания, выстраивая из кубиков нужную комбинацию. Кто первый выполнил, сразу жмет на звонок. Если все верно, то игрок забирает карту себе. Если нет, то отдайте карту сопернику. Победителем становится тот, кто соберет большее количество карт. Задания делятся на два типа. В одном предстоит повторить 3D-снимок, а во втором нужно построить композицию из кубиков согласно схеме. Длительность игры – 20 минут. Настольная игра «Объемная задача» – уникальная игра для начинающих программистов. В ней есть все для знакомства с кодированием, комбинаторикой и базовыми основами робототехники. Развивающая 3D-игра не только увлекает детей, но и способствует развитию и тренировке пространственного мышления, логики и памяти. Кроме того, головоломка помогает развить усидчивость и внимательность, заставляет сосредоточиться. В комплект головоломки входят игровое поле, 30 карточек с заданиями, 50 цветных кубиков, звонок, бондибон для ярких идей и веселых затей.